Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ, и сегодня я сниму видео, которое называется «Мы впервые на рынке». Давайте начинать. Мама, какие тут пробки! Ну ладно, давай. О, подъехали, припарковались. Давай, выходи. Дочка, потихоньку. Не спешим. Мама, мы в торговый центр едем? Нет, я говорю, на рынок. Ну что такое рынок? Это такое место, где многие люди продают свои вещи. Ну, не свои, может. Ну, вот, например, свою колбасу, творожок. А, ясно. Ну, или вот бантики. О, смотри, елка есть. Как раз у нас ее нет. Я хотела купить, давай. Да, если ты 10 тысяч взяла, и не хватит на мне на игрушки. Так, ты же спросила котенка себе. Вот тут и котенок есть. Но никаких игрушек. Здравствуйте. Ой, здравствуйте, здравствуйте. У нас тут очень много выборов. Выбирайте, какие хотите вещи. Ну и, конечно, живого котенка. Хотите? Вот есть рыжик, а есть шустрик. Выбирайте. Есть очки специальные, а водостойкие. Это такие очки, ну, как бы для плавания. Еще они от солнца защищают. Два в одном называется. Вот такие бантики, идеальные, чудесные. И вот елочка, 1,60 м, хорошая, маленькая, но нормальная. Вот такая есть пони, хороший подарок новогодний. И, конечно же, вот такие, ну, блестки там для елочки. Да, хорошо, мы выберем. Да, выбирайте, конечно, выбирайте. Я постою здесь. Так, ну, конечно, мы берем елку вот эту. Хорошо. Так, с вас будет 3000, елка эта. Да, у нас дешево, у нас скидки. А было 5000. О, хорошо, мы попали, да? Да, мам. А можно я себе котенка выберу, да? Я хочу вот этого. Рыжик его зовут? Да, Рыжик, он очень милый. Мяу, мяу, мяу. Берем еще Рыжика. Мяу, мяу. Да. Да, у нас очень красивые котята, это от моей кошечки. Ага, так, доченька, я очень возьму вот эти очки, я очень хотела очки. Ну, я не знала, что есть такие два в одном. Так, а сколько это будет всего? Сейчас это 4500 рублей. А 500, ой, простите, 300 рублей. А, ну, у меня остается 6000. А сколько вот такая поняша стоит? А, вот эта поняшка до всего 2000. Дешевле. Там она 4000 стоила. Ну ладно, дочь, можешь взять. Спасибо, мамочка. Так, еще вот этот поняш, пожалуйста. А, да, ну мы сейчас пробиваем по-другому чуть-чуть. Такая вот так вот. Пик. Бздик. Пик. Пик. Так. С вас. Секундочку. Простите, сейчас. 6300 рублей. Угу. Вот, держите. Да, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Если вам что-то еще надо, конечно, приезжайте на рынок. Мама, смотри, какой хороший котенок. Я его понесу там на крылышко. А, да. А я очки одену. Крутые такие. Нет, хочу, я сниму. Так, и сейчас мы будем вот эту елку таскать. Ох, могла бы я какой-нибудь чехол купить для елки. Или пакетик хотя бы. Ну ладно, мам, пойдем. Ой, он играет. Ой. Нам еще надо кое-что взять. О, сумочки. Ой, здравствуйте. О, здравствуйте, здравствуйте. Что хотите? Что хотите вы? Ой, мне все. Я влюбилась в эту сумочку. Конечно, берите эту сумочку, самую лучшую в жизни вашей. Она будет самая лучшая. А, мне еще, пожалуйста, вот эту подушечку пробейте. Вот это еще пробейте. Конечно, с удовольствием вам большим мы продадим это за 800 рублей. Ой, а сумочка сколько? 250. Это 50 рублей. О, так, 250. Это 50. А подушечка сколько? Так, это у меня получается 300. А 800, 300. Это 500 рублей. Она очень дорогая. Она натуральная, из натурального лебедя. Ой, доченька, слышишь, как ты будешь хорошо спать? Да, мамочка, давай берем. Вот, держите. О, спасибо. Так, у меня осталось мало денег. Мам, пойдем, если что я делаю? Игрушек? Ладно, ладно. Озорница, выбирай себе.
Так, у меня осталось... Пардон. 6, 7... Где-то даже 1900. А, ну я выберу себе какую-нибудь дешевенькую. Возьму искорку. Пожалуйста. Парня возьму. А, нет! Здесь миссис Капкейка. О, да, миссис Капкейк. О, да, это моя любовь. Можно мамочку, пожалуйста? Сколько мне это обойдется? 500 рублей всего. Ладно, держите. Да, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Да, спасибо. Пойдем. Ой. Так, пойдем. Пойдем погружаем это все. Так, котенка в кабину. Так, это суды, блин. Подушка твоя не влезает. Но так дорого она стоит. Прикинь, одна подушечка стоит... Сколько там, я не помню уже. А елку как? Мама, давай ее наверх. О, идеальная идея у тебя. О, елочка упала. Ну ладно, положи ты там это как-нибудь все. А как мы, прости, мам, 5 километров проедем до дома? Пешком. Чё? А, у нас же крылья! Я не додумалась. Я, кстати, тоже полетели. Да. Всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте мои видео и смотрите еще. Всем пока!